месяца разреши ему войти. Все, что загадаешь, непременно сбудется. Хорошо себя веди. И Новый год уже в пути. И Новый год уже в пути. Пришло 32 548 новых писем. Что-то я задремал. Давно я шубу не надевал. Запылилась. Дедушка Мороз, на видеосвязи с нами Лида. О, здравствуй, моя дорогая. Знакомься, это Маруся. Моя волшебная голосовая помощница. Как ты выросла за год-то? Сколько тебе лет? Сколько? Маруся, ты слышала? Да, 33 года. Какая большая стала. О! Кто-то ко мне в карман забрался. Смотри, сколько у меня здесь друзей поселилось. Знаешь, кто это? Ёжик. А это знаешь кто? Кролик. А вот этого малыша ты узнаешь? Это маленький поросенок, который не растет. А вот главный герой Нового года. Кто это? Крысенок! Посмотри, какой он хороший! Я внимательно наблюдал за тобой целый год. Это очень хорошо, когда взрослые продолжают меня верить. А то знаю я это ваше с работы домой, из дома на работу, оливье нарезать, мандарины купить, шампанское там, куранты. Сам такой. Зверья полон дом, еще и налог на сани. Я ведь тоже тружусь. 364 дня в году, а в 365-й день курьерствую, так сказать. А ты молодец. Я ведь тебя с самого детства помню. А теперь смотри-ка, большой человек. Загадывай поскорее, что тебе хочется. А я пошепчусь там, чтобы сбылось. Ту-ту. Мне кажется, нам чего-то не хватает для нашего новогоднего настроения. Ну, конечно, елочка. Ведь мы же ее еще не зажигали. А без красивой елочки нет праздника. Ну-ка, помогай мне скорее. Ты же знаешь, как это делается? Давай вместе. Раз, два, три. Елочка, гори! Что-то не так. Нужно поверить в новогоднее волшебство. И тогда у нас с тобой все обязательно получится. Ну что, поверила? Раз, два, три. Елочка, гори! Отлично! Смотри, какая красивая елочка получилась. Новый год уже в пути. И мне с моими помощниками пора собираться в дорогу. Ну а ты, моя дорогая, читай больше интересных книжек, узнаешь много нового. Тебе это точно понравится. Дедушка, спаси меня. Ах ты мой сорванец. Ай-яй-яй. Маруся, включи мою любимую музыку. Чудо новогоднее в гости просится, разреши ему войти. Все, что загадаешь, непременно сбудется. Хорошо себя веди. Ну что, пошли? Новый год уже в пути. Посмотри, какие чудеса. Ну что, сани прогрели? Дедушка Мороз, мы все еще на видеосвязи. О, правда? Тогда у меня к тебе просьба. Контент сейчас делать и продвигать не просто стало. Тебе же понравилось видео?
Тогда пошарь его друзьям. Ну все, мне пора. Поздравляю тебя с праздником. Желаю исполнения всех-всех желаний. Увидимся в следующем году!